Работаем. Задание у него тоже — уничтожить всех китайских коммунистов. Ёшки-матрёшки. Свобода — суверенное право каждого американца. Демократия не является предметом торга. Вот она, американская демократия, пошла. Отойти на безопасное минимальное расстояние. Примите демократию или будете уничтожены. О-о-о-о. Я побежал проверять. Ничего себе. О-о-о. Так, это не просто скрипт. Я должен был проверить. С моим-то интеллектом я должен был просто проверить. Хорошо. Давай вот так вот. Ох, бомбит. Препятствие ликвидировано. Да ладно, войти в институт. Я на дно. Нам прямо идти надо. We've located the reactor. It's accessible through the advanced systems division. Only you can't reach it. The security override can only come from the director's terminal. Ой, с терминала директора. Я знаю. Я знаю, где это. С помощью терминала отменить блокировку. Сейчас пойдем к сыну, к своему. Пойдем к сыну. По жанру боевиков хорошие крутые парни и девушки приходят с пулеметами Гатлинга. Но тут все нехорошие на самом деле. Тут все не очень. Я уберу пушку. Поехали. Важный момент, кстати. Особенно если вы не проходили до этого, если вы пошли сразу за братством стали, если вы не пошли в институт, сейчас вот момент очень важный. Представьте, что вы не знаете то, что... ну, ничего не знаете, кроме того, что вы идете сейчас к своему... ну, вроде как сыну, но сомневаетесь до последнего, не знаете, он это или не он, а он... I didn't expect to see you again. Come to see the reactor, have you? We got it working without you. Она не знает, что он умирает. What's happened to you? Are you sick? Well, don't pretend to care now. You had your chance to help me, and cast me aside instead. It's not enough that I lay here dying. Now you plan on what? Destroying everything? Tell me then. Under what righteous pretense have you justified this atrocity? All the enemies you've created. You can't imagine why I'd be standing here. Perhaps I didn't think to count you among them. Well, none of it matters now, I suppose. You'll accomplish your task. And ruin humanity's best hope for the future. The only question left then is why you're standing here. Is it regret? Or did you just come to gloat? Как я жалею, что мне сейчас харизмы не хватает. Потому что ответом на следующий вопрос... ну, тут любой, в общем-то, ответ мог быть интересным. Sean, I hoped there was something more I could do. I wanted to save you. This isn't some fairy tale, Mother. There's no saving me. I'm dying. And you're going to destroy everything I've ever loved.
You're going to have to live with that. Now, if you'll excuse me, I'd like to be alone for my last few moments. Go. Do what you must. But I hope someday you realize what will be lost here. Я две пачки с ментатов сожрал. А, виноградные ментаты есть. Я могу закинуть сюда. Так, давайте действительно сейчас я сохранюсь на другое. Возьму квиксейв. Закину в харизму, съем ментаты и послушаю, что он скажет при возможности убеждения. И сейф пошел. Давай. There's no going back, Sean. And you, it's not enough. Tell me then. Under what right? It's for the spam. Well, the only question. Во. Sean. Давай. If you help me, fewer people will die. Слушай маму, Шон. Why would I ever consider helping you? Там бутылка вина ниже у входа, точно. А, свести потери к минимуму, пробуем. And we can try and minimize the casualties in all this. You want your people to survive, don't you? I won't help. Нет, you не получается. Так, реально, там бутылка вина еще есть. Вино, единичку дает. Так, ну я должен релодиться. Так, во-первых. А, вот бутылка еще. О, тут бурбон. Бурбон тоже Так, быстро. Бурбон. Нет, бурбон интеллект. Вино интеллект. Ну, в смысле, вино интеллект снижает, силу повышает. Нет, это не поможет. Остается только последний, третий ответ. И все. I didn't expect to see you again. Come to see the reactor, have you? What's happened to you? It's tell. All the enemies you. Perhaps. Последний вариант, пацаны. The only question. Sean, if you. Why would I? Да. Перепрыгнуть. Institute personnel won't last long above ground, especially if I'm hunting them down. Ну вряд ли это, конечно. Give me a reason not to. Я получилось! The terminal behind me. Enter access code 9003. That will disable some of the synths. Now go. И вот мы сейчас узнаем, он синт или не синт. Leave me. Если мы выключим, он. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. О, давай блокируем директорский доступ отключения. Давай. Доступ получен. Сын? Just. Он не синт. Get out. There's nothing more to say. Он сказал часть синтов. А, часть синтов. Блин. Ну да. Часть синтов. Я не нажал? Нажал вроде. Ну. Подожди, он немножко. Ну, отправка кода. Начало аварийного отключения группы 1.14. Все. Все. Убей его, проверили. Убивали. Синтов так просто отменили мы блокировку замков. Да, все. Sean. And I am happy to report that reinforcements have arrived. There's nothing more to say.
Are you in any pain? Yes, of course. But that will end soon enough, won't it? All thanks to you. Son? All our work laid to waste. There's nothing more to say. Please proceed to your assigned event. I wish there was some other way. You've made that impossible. The Commonwealth can have only one fate now. Sean? You've doomed humanity. You know that. There's nothing more to say. I'll see you in hell. Along with the rest of the Commonwealth. You've seen to that. Sean? Son? All our work laid to waste. There's nothing more to say. Sean. I'm sorry that it's come to this. It's too late to be sorry. Да, действительно, в первый раз, благодаря вашим результатам голосования... О, вот и синты отключенные, смотрите. Мы действительно сделали все правильно. Он действительно наш сын. У них действительно благие намерения. Ну, главным образом, так скажем. И, в общем-то, да. И сейчас мы идем по другой концовке убеждаться в том, что все очень плохо. Проктор Ингрэм, it's time to teleport us out. Sorry, Elder, I would, but well, this child showed up. He claims to be the Paladin's son. Please proceed to your assigned evacuation points. Thank you for your cooperation. А, это Синт. Короче, мы отключили часть синтов. Был ребенок, который, ну, типа мой сын, но не мой сын. Ну, то есть, синт. Мы его увидели, но сейчас нас снова ставят перед... Отличить невозможно. Вот. Да... Скажи ему код отключения. Ты не знаешь, что делать. Я не знаю, что делать. I'm not sure that's such a good idea. I promise I won't be too much trouble. I'll stay out of your way, and you won't even have to take care of me. So can I go with you? Не, он синт. Please. Why did you call me mom? What? You're my mother. Why else would I call you that? Стрельни в колено, посмотреть, синт или нет. Их не отключить. Блин, не действует виноград. Блин. Какая жесть. Who told you I was your mother? What do you mean? Nobody told me. You just are. Ну, он ведет себя абсолютно так же, как сын, понимаете? Он просто знает, что я его мать. Я же мать. Но почему мы думаем, что это не он? Первое утверждение. Мы видели, как такого же товарища выключает код. Во-вторых, синт может не знать, что он синт. Ну, как по аналогии с паладином Дэнсом. Но тут вопрос еще следующего характера. Мы проверить это пока что не можем никак. И если бы я
действительно был... Ну, то есть, представьте, вы мать. Вы ищете сына. Вы, в конце концов, находите его, пусть с сомнениями, но вы никак не можете проверить. Тут проще всего, скорее всего, избавиться от всякой логики, от всяких несостыковок и признать, что он — это он. Хотя бы для того, чтобы не упустить эти 70 лет, которые пропустили мы в криокамере. Он верит, что он наш сын. И для нее это самое главное должно быть. Я твоя мама. Right. Of course I'm your mother. Good. For a second, I thought you forgot who I was. Now let's hurry up and get out of here. Не поддавайся темной стороне. Сохранись и убей. Ты проверь. Да мы... Ладно, ты не мой сын. Нет, нет, я не могу. Я не могу. Пойдем со мной. Alright. You can come with me. Really? Do you mean it? You don't believe me? No, no, I totally do. What I mean is, thanks. Now let's get out of here. Well, hello. Please, Mom, don't leave me here. I want to go with you. Ты не мой сын. You're not going anywhere with me. You're not my son. Well, you can't just leave me here. I don't want to die. Please, just think about it for a second. Ты робот. You're not Sean. You're not Sean. You're a robot made to think you're real. You're just gonna leave me here? I can't believe it. I hate you. Attention all personnel. Evacuation order issued. Hey, kid. Why should I? It's hard enough taking care of myself up there. I promise I won't get in the way, and I can take care of myself. You won't have to do anything. I can take care of myself. Just don't leave me here. That's not happening. No way. You're just gonna leave me here? I can't believe it. I hate you. Стреляй, он не убивается. Он не убивается. Это типа мы его оставляем. И уходим. Уходим, уходим. Блин, не хочу оставлять его. Пойдем. All right, Ingrid. Fire it up. Hang on. You're telling me you leave that kid here to die? He's your son. Да ты-то не лезь. He's a synth, Ingram. He's not really my son. Are you kidding me? The Institute made synths that look like children? I don't even know what to say. Except that they deserve what's coming to them. You're clear to go then. Ready? Absolutely. Let's get out of here. You got it, Paladin. I'm sending you to the detonation site. I'll set the relay to send the last of us to the Pridwin and make sure everyone is out. When that reactor goes up, this place will be nothing but a smoking crater full of rubble. Should be quite a sight. Looks like your work here is done, Paladin. Dr. Ingram has assured me that we'll be outside the blast radius. Press that button, and you not only defeat our enemy, you restore order and decency to the Commonwealth. It's time, Paladin. The Institute and their synth abominations must be eradicated.
I can feel it wash over me. The heat, the force, the radiation, the fear. It's the end of the world, all over again. I close my eyes. I see my life before all of this, before the bombs. Everything can change in an instant, and the future you plan for yourself shifts, whether or not you're ready. At some point, it happens to all of us. This was not the world I wanted, but it was the one I found myself in. The Commonwealth. My home. Ripped apart and put back together. I thought I hoped I could find my family. Cheat time, make us whole again, the way we were. But now I know. I know I can't go back. I know the world has changed. The road ahead will be похоже на первую концовку. This time I'm ready. Because I know war. Если возьмешь с собой, будет то же самое, говорят. War never changes. Ну а как? А где же сын-то? Не, я попробую все равно взять. Разницы нет, говорят. Ага, похоже. Один в один.